Вы сидите, ждите. Готовы? 10 минут. Хаджин, помните, что вы делаете? Эй, посмотрите меня. Один из вас держит пять. На колени, на животе не летать. Только на колени. Только вместе пахнет. Вы берете за всю ногу. Если вы переворачиваете, забираете мяч. Закладываете дырку, переворачиваете, забираете мяч. То есть ваша задача ситуация положить его на спину и забрать мяч. У кого мяч, тот первый. Тот четвертый. Так, вам мяч. Борьба за мяч. Лучше на рынке. Готовы? Ажима, вы можете занять. Я через минуту останавливаю. Кто? Кто мячик не имеет, будет получать пинг-люку. Не душить, болевой не делать. Только переворотное дышание. Нажимаю, ожидаться тяжелы. Кто? Вот они двигаются, вы работаете, вы боитесь. Кто не двигается? Не двигается. Значит, он чемпион, Миша чемпион, и ты чемпион. Передал ему мяч. Передай ему мяч, передай ему мяч. Вы держите мяч, вы забираете. Ваша задача забрать и не снять. Готово? Ажина. Вам 30 секунд. Юрий, когда ты поговоришь с мамой, давай. Раз, иди, хорошо. Сколько? Сколько колени? Вот так, да. Вот, все сюда. Можешь встать и перевернуть, дай мне. Так, кто за мяч делает? Кто? Сейчас, Андрюха отдал мяч. Да? Так, здесь. Молодец. Молодец. Так, счет 2-1. Команда составит Андрея. Артема. И Дана выиграла. Поменяли. Вадим, поменяли. Миша, все ты держишься. Ты забираешь, он забирает. Держи. А, нет, ты держишься. Ты держишься. Да, да, держи меня. Ты. Давай команда. Раз. Команда два. Команда три. Андрюха, забрал, говоришь? Я забрал. То же самое, Артем говорит. И да, если забираешь, то говоришь. Прошу меня. Ты можешь сказать, что ты не 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 можешь сказать,
через комнату забрать. Не просто дергать, а смотри. Взял и тяни. Я понимаю. Так нет, сейчас ты ему отдаешь. Его команда сейчас защищает. Внимание. Пожалуйста. Пытайся друга мяч и держать. Так, стоп, стоп, всем стоп, всем стоп. Так. Косолинович, Марус, иди к Андрею. Косолинович, Петя, вон сюда. Да, идешь к Юрику, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Готовы? Маркович. Так, вам боремся. Стоп, вот я все, кто борется. Здесь вы боретесь, боретесь. Так, стоп. Ты не забрал мяч? Раз. Два. Счет, а он забрал. Значит, счет 2-1. Поменялись. Передали мяч. Ты держишь. Петя держишь. Да, и Богдан держит. Готовы? Забрать мяч. Готовы.
Теперь смотрите сюда. Вы раз, два, три, четыре. Вот, вот эти мелочи пасы сюда. Дам сюда. Так, эй, пацаны, Юрик, возьми Петри сюда. Вы сюда, правда, вы сюда, сюда. Да, Марьюша сюда. И это, Катерина, сюда. Принимать вам сюда. Ну, вот свободный, Марьюша. Я вас сюда запомнил. Так, нет, еще раз. Я вас буду мучить. Вот смотрите, вы начинаете бороться, да? Вот я играю с Юрием Александровичем Дарьей. Я пришел, они в Нарды играют. Я говорю, слушай, Вячеслав Алексеевич, научи в Нарды играть. Играем на ушки. Я говорю, не-не-не, спасибо, мне так, ну что такие вот, смотри, еще ты будешь, если я проигрываю, ты будешь бить. Я посмотрю. Вот я посмотрел дома чуть-чуть, там там с дочкой, с сыном, там чуть-чуть, правила почитал. Уже тогда стал играть. То есть, сначала пробовать надо. Так и здесь, сначала отработать надо. Вы делаете 30 бросков, первый, 32-й. Коронный бросок. Вы можете, вот, например, Андрей, левша, это боковая подсечка левой ногой. Если ты боковую делаешь, значит, балок тебя бежит. Это бросок через бедро, даже можно сказать, чуть-чуть с падением, но захват за шею. Пять, это задняя подножка, когда ты показываешь бросок вперед, он чуть выпрямляется, ты ставишь ногу раз-раз-раз и делаешь бросок. Вот у тебя есть рефлекс. Это самое драгиш. Но драгиш, если он начнет подсечку делать, он ногу оторвет. Он как долбанет. Это первое. Поэтому без подсечки. У тебя бедро захватом головы и задняя подножка. А задняя подножка должна быть какая? Ты показываешь раз подсечку, потом оп, залезаешь, вылезаешь, оп, я прыгаю. И потом он уже сам упадет. То есть он уже ему некуда, он уже просто упадет. Почему я ему до конца не сделал, потому что надо падать. Держишься. Те, кто борется правой, стойте. Раз, Катерин тоже, что Андрей, что он? Раз, два, три, четыре, пять. Вы боретесь правой стойкой. Противник справа. Значит, что? Обычно делают через спину скорее. Через бедро не делают. Но за шею можно взять еще через бедро делать. Но тоже очень мало делают. В основном делают бросок через спину с колен справа, влево. Подсечку изнутри. И вот то, что я сегодня показывал. Берете отсюда, шагаете сюда, садитесь, аккуратно делайте. Вот это почему. У вас 30 бросков. Я вам даю 4 минуты. Даже. Да, а вы смотрите, пожалуйста. 31. Эй! 30 бросков первый, 32. Что? Если я мешаю. Брать только, смотри. Что? Если я высокий, за шею, за шею буду пользоваться. Достал пояс, это не с поясом делать. Пошел. Сразу бери пояс, сразу. Сразу 30 бросков. Он потом бери. Кто делает, тот садится. Вот сюда. Добрый стоп,
он его травмирует, он там не, чтобы не мог будет работать. Будет работать мало, они не будут работать. Эй, еще раз, посмотрите на меня. Вы посмотрите. Не делайте падайте. Делайте бросок. Соответственно, упал, вы поддержите. Головки предыдущие, он упал. Все. Только поэтому, потом вы делаете руки через плечо. Опираешься упал. Все, пошли. Сначала он пошел, упал, а потом вы сделали кубрак. Сейчас
остановились, что вы будете остаться. Так. Лицом ко мне, вот сюда лучше. Да, вы играете в рейк. Рейк и бортов, это по моим правилам. Нет толстанта. Зачем оно не держать, не кирпичу, там давит на голову. Еще раз, раз, играет пас. Ручки где? Ручки здесь держать. Раз, раз. Не отсюда скинь. Не эти броски. План Б. Возьму здесь. Закрылся, отдал. Что? Нет, это не надо. Или падать. Выбрать. Сюда. Вы вдвоем. Вы вдвоем. Вы вдвоем. Андрюха, сюда. Ты сюда. Вы вдвоем. Так. Ты сюда. Миша сюда. Так. Вы вдвоем. Вот я не знаю, как будет играть. Так. Ты идешь сюда. А ты сюда. Так. Давай сюда я.
Спасибо.
слова тебе написаны на среду, в субботу и воскресенье. И вот, надо ли говорить? Аминь. Так, 2 минуты осталось.
Мальчики, вам 5 минут осталось там одеваться. Один бросок и полный все. Руку убирай. Дальше локоть. Вот, мэна. Поп, убрал. Убрал мэна. Рома, Миша, уйди кимоно. Куда кимоно? Куда кимоно? Алик, уйди кимоно. Твое. Где их оставляешь? Вот туда лежит. Сейчас я вижу, кто ли он. С тобой? Да. Хорошо. Оценка была там, да? В Адаре? Да. Где же вы держали? А в той коме? Разум, а ты? Твой ком? Так вот двумя руками держишь, не считается. Сюда тебе. И вот это, все, закончили разговоры. Пока последняя минута. Разум выигрывает, Мазарик. До свидания. Базаре, Андрей, если можешь. Андрей, вообще, за ковром. Держи. Знаете, зачем он дал Катерин? Я здесь секунды, Катерин Базарик проиграл. Драгош, проигрыш, Базарик. Взял за пояс. Делай бедро уже. И делай бедро. Все, здесь секунды. Нету? Вот так вот секунды. Бороться надо было раньше. Что ты его смотришь? Матеш! Встали. Вы тоже встали, вы сюда встали. Встали там, встали здесь. Встали. Все, стоим. Так, здесь победил Раду. 7-0. Поклонились, ушли сели. Так, тут победил Мариус, здесь победил Андрей. Так, сейчас, кто здесь победил? Раду борется с Юлианом, ты отдыхаешь, ты борешься с Петри, да, Мариус борется с Андреем, ты отдыхаешь. Еще раз. Посмотрите внимательно. Так, Петя, у тебя одна схватка, один проигрыш. Да, ту я не считаю. Ты пойдешь здесь. Вы готовы? Вы готовы? Да. Перейдите туда. Вы перейдите туда. Драгош, встань по суде. Катерин, судишь там ту схватку. Вот там. Внимание. Альбина. Медицу надо там делать. Поезд держит. Медицу надо делать. Ага. Он от засторонней захвата. Ты держишь. Разум отец. Разум отец. Ты должен закрывать. Смотрите аккуратно. Так, Петря Базари. Держи ногу. Да, ногу держишь, крепи ноги. Вот, да, сейчас переворот удержания делай.
там, да, как его, страга, с той стороны, так, с той стороны. Души, петли, души. Болевой надо делать ему на руку. Да. Не минуты, пожалуйста. Петли, мате, стойку. Батарей идет. Батарей, Марюк. Сейчас идешь, допустим, вот и делаешь. Ну, это будет. Кто мате там? Мате. Мате. Марюк, мате. 5 секунд. Движения нет. Он идет по заре. Вот еще раз так поймать. Пожмем. Дай с той стороны, Драга, стой. Там больше на тебя могут упасть. Андрей, мы те, что ты подбавишь? Мы те, постарайся сумму. Я не накажу, потому что здесь мало нет. Пожмем. Не разговаривай. Ты судья. Стоп! 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 Одну секунду. Стоп! Петли поднимаемся. Значит, да. Вы вышли полностью. Почему я могу, не могу тебе дать? Вы вышли полностью, потом все начали бросать. Поэтому вода и нет. Оно было, но нет. Эй! Драга Шишов! Я буду наказывать. Ажина. Шида я буду давать. А вы даете только броски. Осталась минута. Ну, до конца, да. Матэ, стойку. Кто разговаривает? Ажина. Марин в Азаре ведет. Петри ведет в Азаре. Осталось 40 секунд. В Азаре, Юлик. Назад иди, Юлик. Назад, не вперед, назад. Уходим. Дайте поклониться. В Азаре, Петри. В Азаре, уходим. И уходим. Стоп, встали, мальчики, все, встали на поляну, заправили. Встали на поляну, нас встали и заправили. Заправили. Лицо туда встаньте, пожалуйста. Так, здесь выиграл Юлик. Он сделал бросок в Азаре, причем удержание. Это и пол. Вот вы троем боретесь, да? Посмотри, он выиграл в Азаре, у него одна победа на 7 очков. А Юлик выиграл, последнюю выиграл одну, и плюс еще сколько? 10 очков. То есть по личной встрече даже он ведет вперед. Радов, ты судишь, ты борешься с Юликом. И получается, победа. У тебя победа, и ты с ним борешься. Сейчас посмотрим, кто из вас станет чемпионом. Так, здесь. Катерин, ты с Андреем боролся? Да. С Андреем боролся. Так тут выиграл Петря. Да. Дан устал, наверное, да? Чуть-чуть, я дошли. Более, я так, здесь с Андреем, с Петей боролся? Да. Я вперед. А ты борешься с мной. Так, да, ты судишь там, я даю шлифер. Андрюшенька, да, что там? Нет. Что, да? Какой ты идешь, сядешь? Подвиньте чуть-чуть, да. Заходите, да, так, чтобы только нет. Не снимайте, но чтобы грязь. Готовы? Сейчас, одну секундочку.
Джулиан, что? Вот вы переходите сюда, пеши, переходите сюда. Да. Смотри. Вот так. Тебе на шутан капать. Капать, идите сюда. Вот здесь. Внимание. Джулиан. Надевай. Ага, вот здесь, дай, пожалуйста, посиди. Смотри. Нет, ну, встань, встань. Значит, сейчас идет, я тебя, смотри,
и сделал две ошибки. Первое, просто вышел за колеса, что дается ошибка, и начал поезд заправлять там. То есть ты просто темно должен поставить. Если судья показывает, смотри, вот так, тогда ты можешь разрезать колеса. Что дальше? Должен сколько? До броска или три шины. Потому что у них шина не было, или до трех шин. Но так как время у нас уже на исходе, одно шида, и я уже сразу даю тебе. Готовы? Шида. Что ты что можешь получить? Это же ты поезд долго держишь и не бросаешь. А ты берешь поезд, начинаешь падать на спину и его бросать. Ты не бросок. Готовы? Ажи. Я найду стоп, Матэ, в чем вы сидите? Да, подойдите. Кто за Юрика сюда ко мне, кто за Драку сюда. Значит, чтобы одинаковое количество было. Одинаковое количество. Я буду... Юрий, ты делаешь? Держи.
вкусное за первое место. Вот не какая вкусная за второе. Ну да. И всем горечь и третье. Так. Нанцелюха. Не мог Майерса подвергнуть свое вкусное. Самое вкусное. Смотри, другой раз. Майерса. Держи. Петя, молодец. Больщик, вот смотрите, пришел, вот третий месяц. Кто чемпион, шаг вперед. Брык. Чемпион, подойдите сюда. Так, на. Это девочка, подождите, это женский конфликт. Туда. Так, оленея. Оленея. Бег. Все, варили цели. Так, и вот у нас видите, как вот вы. У нас там. Мы можем команду составить. Можем просто провести. Петре, скажи, что ты его пожалел.